Добрый день, меня зовут Сергей, я являюсь мастером цеха в нашей компании ОМЗАП, филиал, который находится в Долгопрудном, на улице Лихачевский проезд, 18А. Сейчас вкратце вам расскажу, как у нас здесь все устроено и чем мы здесь занимаемся. С улицы мы попадаем непосредственно на приемку. Здесь мастера-приемщики находятся. Ну, сейчас они отошли. Здесь, соответственно, менеджеры по запчастям. Далее. Здесь самый главный человек нашей организации, он же кассир. Далее. Здесь у нас комната ожидания. Здесь можно посидеть, посмотреть телевизор, попить водички. Ну, в принципе, приятно пообщаться с такими же коллегами по несчастью, скажем так. Далее. Здесь мы попадаем непосредственно в сам цех. Здесь куется, скажем так, наша победа. Вкратце по машинам. Вот у нас, допустим, стоит Grand Starrex. Здесь у нас проблемы с топливной системой. Диагност занимается. По результатам диагностики произведем уже ремонт. Далее. Здесь уже все проще. Обыкновенное ТО и немножко по уходовой части ремонт. По рекомендациям, данным ранее. Здесь уже более серьезный ремонт. Здесь мы снимаем двигатель. Проблема — коррозия на поверхности блока цилиндров, в связи с чем газы прорываются в системы охлаждения. Соответственно, блок снимем, отдадим на фрезеровку, произведем ремонт. А вот, собственно говоря, и цех, где мы произведем фрезеровку блока. Да, вот, собственно, и станок, который нам в этом поможет. И в дальнем углу ребята, которые это все сделают. Ранее мы с ними уже знакомились, Артем и Андрей. Так, АХ-35. Здесь проблемы у него с катализатором. Штатный катализатор будем удалять, установим так называемый ремонтный универсальный катализатор. Занимается Геннадий, опытнейший специалист, готов решить любые проблемы. Далее. Соренто. Сейчас будем смотреть. Здесь также затруднен пуск двигателя и есть проблемы в ходовой части. Будем искать причины. Карнивал, 2019 год, если не ошибаюсь, тоже достаточно свежий автомобиль, но проблемы уже есть. Здесь сняли, производим ремонт турбокомпрессора, обслуживание впускного коллектора, то есть чистим его от сажи. Далее, через небольшой проход, который пока у нас заставлен этим другом, мы попадаем во вторую часть цеха. Да, я уже испугался, думал, кто-то курит, хотя у нас такого не бывает. А это у нас курит H1. Проблема с двигателем, стуки, плюс выхлопные газы попадают в систему охлаждения. Предварительно здесь предстоит капремонт двигателя. Старый. Рядом же у нас портер, здесь масло в системе охлаждения. Сделали диагностику, выявили негерметичность теплообменника двигателя. Будем менять теплообменник, промывать систему охлаждения. Так, что еще осталось? Кес Портеж, наш старенький добрый дружок. Ну, на то он и старенький, поэтому у него и большие проблемы. Здесь сняли головку блока цилиндров по причине того, что антифриз ее просто-напросто разъел. С поршневой глурупой у нас здесь, в принципе, все достаточно неплохо, вмешательств не будет. А вот сама головка. Вот что бывает, если заливать некачественный антифриз, перегревать двигатель. То есть вот просто коррозия, были съедены каналы. ГБЦ здесь будет под замену. Здесь находится наш уютный дворик. Здесь проводят грустные вечера, дни и ночи автомобили, которые прибывают к нам на ремонт. И также уже готовые автомобили находятся в ожидании на выдачу. Территория охраняема, закрываема. Если же вы являетесь счастливым обладателем корейского автомобиля, приглашаем вас на обслуживание и ремонт в наш техцентр. Решаем мы любые вопросы и задачи.